Наконец-то мы попали в ресторан Беганвиль. Пока мы здесь были, он еще был закрыт. Сейчас ресторан работает. Это ресторан, который работает только для номеров Jasmine. Вот, сейчас посмотрим, как здесь кормят, какая система питания, чем отличается от главного ресторана. Здесь есть детская площадка, причем она в соснах, видите? Так, есть терраса. Спасибо этому блогеру за обзоры. О, класс. Вы выбрали этот отель? Да, именно Jasmine, благодаря вам. Спасибо, я очень рад. Спасибо вам. Очень рад. Спасибо. Система питания в ресторане Беганвиль, отеля Белис Делюкс такова. Вы приходите, есть шведская линия, где вы можете выбрать то, что вам пожелается. Но на улице есть такой, знаете, смешанный а-ля-карт. Сейчас показываю. Тут есть пиццы. Лепешки, пицца маргарита, и здесь идет приготовление. И это мы на обеде. Видите, здесь сосны проходят. Вот, значит, это официант принимает заказ и приносит вам туда, куда вы пожелаете. Можете садиться на улицу, можете быть внутри. Проблем в этом нет. Хороший сервис в этом плане. Я взял салатный микс. Тут есть салат с креветкой, салат с красной рыбой и просто салатик с авокадо. Здесь готовят бургеры. Это веганский. Ну, это вегетарианский. Серьезно? Ну, я попросила убрать котлеты просто. Так, есть шаурма. Так, рыба. Овощи. Сибаса, он просто огромный. Я не знаю, камера этого не видит. Посмотрите, гигантский. Смотрите, какая подача и посуда в ресторане Беганвиль. Белое вино. Саш, давай, с днем рождения. Не, я на самом деле очень редко ем мясо, но для вас, вот именно в этом месте, хочу попробовать, потому что оно так аппетитно вот этими кусочками лежало. И смотрите, я заказал себе еще овощи-гриль, взял соус, это просто обалденный соус. Я просто хочу показать, мне кажется, я на даче, вот честно. Такой вкус, знаете, вот только-только с огня. Мне как раз... Смотри, как оно режется. Реально качественно приготовлено. И здесь я могу есть мясо, просто реально очень вкусно.
Это трубочка. А у тебя? Огурчик. Так, мы в ресторане Беганвиль на ужине. Здесь традиционно идет приготовление по меню. Видите, у нас там уже засервировано мясо, рыба. Здесь у нас на ужин дорадо. Значит, здесь у нас вариант визуальный — это мясо, курица, овощи, можно сделать гриль. Если сразу ананас, можно порезать мясо, овощи. Здесь картофель, баклажаны. И вон у нас там. Здесь еда настолько по-домашнему приготовлена. Чувствуется вот этот легкий вкус гриля. Вот я сегодня обедал. Ощущение, что я обедал на даче. Невероятно вкусно. Самое главное, посмотрите, атмосфера на ужин. Умиротворенная, нет очередей, беготни. Никто никуда не гонится. Вы себе спокойно садитесь в ресторан. Заказываете по меню то, что вам нужно. Главное, вы видите то, что готовится прям при вас. Здесь фактически шоу-кичен. Камера, конечно, этого не передает, но здесь такой шум прибоя. Знаете, я вам скажу самое важное. Отель Bellis Deluxe и Вилла Жасмин на территории отеля Bellis Deluxe — это фактически два разных отеля. Территория Вилла Жасмин, которая имеет свой ресторан, свою закрытую территорию, свой выход в бассейн, это по уровню отдельный отель, который можно сравнить с премиум-классом. И если вы хотите действительно высокого уровня отель, если вы хотите индивидуальный сервис, так как у Вилла Жасмин есть свой отдельный ресторан, называется Беганвиль, там смешанная система питания. Там есть как шведский стол, так и а-ля карт, то есть совмещен. То есть вы приходите, вы можете заказать индивидуально по обслуживанию для себя те блюда, которые есть под стеклом. Они готовятся фактически шоу-кичен. Вот. А также, если вам не хватает, есть шведский стол, причем разнообразие изумительное, начиная от морепродуктов, заканчивая мясными блюдами. Также вот самая большая фишка, видите, за моей спиной, это свои бассейны. И важный момент. Номера на первом этаже называются Jasmine Lagoon. Именно они имеют прямой выход к бассейну. Второй и третий этаж номера называются Pool. Вот, поэтому тоже будьте внимательны при бронировании. Поэтому за хорошие, умные деньги премиум-сегмент — это именно Вилла Жасмин. Если мы говорим про Bellis Deluxe, это отель выше среднего уровня. Он также интересен своей ценовой категории, но по-настоящему премиум — это Жасмин. Делайте правильный выбор. Самое приятное
получать поздравления от отеля. И посмотрите, какая здесь открытка, написанная от руки. Вот это вот мега приятно. Спасибо вам. У нас лукум, халва, грецкий орех, фундук, миндаль, арахис, нут, чернослив, курага, изюм, жир. Так, попробуем сок. Ну, как везде. Фреш есть, но немножко подразбавлен. Но, возможно, так даже лучше. Оказывается, фреш в чистом виде, да, нежелательно пить. Единственное место, где есть 100% натуральный фреш, напишите в комментариях, напишу в отель. Здесь такое ощущение, время останавливается. Вот хочется сказать, мгновение остановись, правда. Слышите, здесь слышно музыку, здесь слышно пение птиц. Здесь даже как-то по-другому дышится. Я люблю завтрак, когда ты никуда не спешишь. Это ты приходишь и расслабляешься. В ресторане Bougainville, который могут пользоваться гости, которые проживают на жизни. Именно такой завтрак. Я сейчас в ресторане. Вы не поверите, я в ресторане. Вот он. Так, детская аквазона. Я напоминаю, здесь вода в зимний период, начиная с октября месяца, подогревается. Так, а вот он аквапарк. Я напоминаю, здесь также подогревается вся аквазона в зимний период, начиная с октября месяца. Здесь есть подогрев. Пойдем и спробуем. Как тебе? Алла. Я, например, обкакался. Прогулка проходит по территории, которая находится возле виллы Жасмин. Везде сосны, все в тени. То есть даже час пик, это абсолютно комфортно для детей. То есть не переживайте, что жарко. И какая красивая. Нравится? Неля, как твои дела? Еще раз хочу показать вам офис, где проходит запись для катания лошадьми. Здесь Денис, очень приятный. Это директор зоопарка. И человек, который по-настоящему любит животных, живет своим делом. Очень приятно познакомиться. Видите, какой тут охранник есть. Иди сюда. Молли? Молли. Так, здесь запись. Не пожалеете, дети будут в восторге.
Тут можно, кстати, покормить лошадей. Ты что, морковку съела? Зачем ты ее съела? Ну что, вам понравилось?